Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Жилье в Кирове возводят по новейшим стандартам, по крайней мере, в некоторых микрорайонах. Такую оценку по итогам визита в наш город дал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Никита Стасишин. Замминистра демонстрировали Урванцево и Метроград. Показали социальные и жилые объекты, в том числе новую школу номер 26. Федеральный чиновник отметил, что планировки квартир там отвечают всем современным требованиям, которые разрабатываются сейчас на федеральном уровне. Квадратные кухни и максимально эффективное использование площадей. Стасишин напомнил, что на уровне федерации ушли от термина «жилье экономического класса» и пришли к термину «стандартное жилье». Дайджест недвижимости. 6 детских садов построят в Кирове до конца 2018 года. По 2 дошкольных учреждения появятся в Чистых прудах и Нововятском районе. Кроме того, детсады откроются в Урванцево и Озерках. Об этом сообщил начальник городского департамента образования Александр Петрицкий. Также под детский сад реконструируют здание школы в поселке Сидоровка. Здесь откроются первые группы для грудничков. В общей сложности за год для дошкольников будет создано порядка 1500 мест. Еще в 5 детских садах города планируется перепрофилировать группы кратковременного пребывания в группы полного дня. По подсчетам мэрии, это в сумме даст около 100 дополнительных мест. Дайджест недвижимости. Кировчан приглашают в библиотеку Пушкина на очередной семинар по вопросам ЖКХ. Специалисты юридического отдела госжилинспекции расскажут о процедуре смены управляющей компании и тонкостях перехода. Семинар начинается сегодня в 5 вечера. Вход свободный для всех желающих. Дополнительную информацию можно получить по телефону 44 36 07. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.